На отпечатке пальца. Так, а в смысле? Там же мой воблер был. Да я его туда куда-то положил. В ящик, что? Вот он лежит. А. 2 hours later. Ошибись. Погнали. Ну они сами перевернутся. Так, я шапку забыл. Да, идти тяжело, воды много. Только светает, а люди уже давно на судака сидят. Интересно, что-нибудь поклевывает. Че, пойдем в ту сторону или куда пойдем? Сань, чё? Куда пойдем? Надо туда вот он мешает идти, когда он закончится, можно. Мысли, когда он закончится. Там же писец сколько. А че, у тебя там еще клевало? Блять, хороший окунь, охренеть. Это мой. Это тоже мой. Ба, а где эти херня с приманками? Коробка с приманками где? Если не в санках, то у тебя в рюкзаке коробка. Это моя лунка. Это моя куня. Это он просто поймал. У меня записано на видео, как я бурил ее. Да, я бурил ее. Это же получается моя куня, да? Ну, как истинный рыбак не будет оправдываться. Никогда не докажешь себя лучше.
Саша, это моя окуня. Так, особо балансир мы на рыбалке не меняем, поэтому привязываю без застежки. Собственно говоря, а что их менять? Раз и готово. А там поклевывает достаточно хорошо. Это мой пакет. Серьезный. Сань. Что, тебе не надо? Не. Куда? Пошли. Блин, там далеко. Ну, типа, туда пораньше пойти или куда, я не понял? Домой пораньше? Блин, сейчас я вот тут еще прям разик попробую. Six hours later. Вот мы и на месте. У него есть VIP от Grfish. О, серьезно? Чего? У него есть VIP от Константина Кудинова. Балансир. Это серьезно. VIP, балансир. Где? Но он, кстати, играет очень активно. У него петля огромная. Я на него дохуя ловил. А где впереди крючок? Ба, мужик, он тягает одну за одной. А? Че, удочку не взял? Я? Да. Рыбу ищем. О, тут получше. А, нет, ну не намного. Опа! Серьезно, да?
начинать? Непонятно совершенно. Сань! Сань! Удочка там? Сань, ну они тут по пальцу. Небольшие пока. Да. Давай-ка, парень, ты лучше плыви, расти. Не крупный. Нет, клевать постоянно клюет, но. Щучка, наверное, судя по всему. Блин, просмотрели. Ну и чё вот? Нет, классно, клевать клюет, но... Да, конечно. Блин, чувак, ты чё так сильно? Вот мы в прошлый раз вдоль того берега шли, там с глубиной рядом как бы они там повзрослее. Ближе к берегу клюет лучше, но мелкий. Подальше от берега клюет редко, но метко. У меня не клюет.
Да, кошачий размер. Да ладно. Не, просто ради такого речку переходить, это фигня, такие-то на том берегу клюют. Я только одного большого поймал. Здесь? Да. Вот прям тут? Да. Или там? Ну тут, кстати, у тебя поглубже, чем вот там мы ловили. Опа! Ну да, опа. Чего? Еще полчаса. Давай, давай, давай. Что за спиннинг? Перч, софт. Чё? А чё ему не... Как? Нормально, так и должен. Всё, понеслось. Что-то больше не клюет. Тут реже, но они тут больше. Саня, он вообще хорошего одного поймал. Это он там поймал. Нет, он же вот только его вытащил. Так. Ну вон около лунки. Или он типа пришел, около лунки пакет раскидал, да? Меня не снимай. Чего это? Потому что я просил и бесплатно не было. Ты чё там? Красивый? Да. Ладно, я тебе заплачу. И ты меня не снимаешь? Потому что я красивый, бесплатно нельзя. Почем ты? 50 рублей. 500 рублей за фото. За видео. Полторы. Рыбалку.
Можно еще с той стороны попробовать, потому что свалка. Ну там течняк. Почему у меня не клюет? Потому что он где трава.